парой, когда начинается перемена. А еще я могу завлечь учителя вот так, а потом могу завлечь учителя еще вот так. Он не поймет, где пара, где перемена. Еще за то, что... Кого? Тика. Тика, это он или она? Это, наверное, Тик. Не знаю. А, нет, Тику, наверное. А, почему все самое лучшее достается капризам? Привет, Антон Шелест. Добрым утром. Я люблю себя за то, что я самая... Да. Она самая клевая. Ну, а кто ты думаешь? Вообще, да, она суперская. А же она очень подкована во всех областях. Во всех областях. Во всех областях. Она вот у нее вот что не спросит, она говорит так. Ешь, а в кафс. Утро всем сарделькам, сатиском и полуфабрикатиком. Это бодро утро найти. Мне нравится больше. Мне не нравится, когда ты отворачиваешься от меня. Когда ко мне лицом, вот так вот, да. А правую руку. Задом, что ли? Нет, ты правую руку вперед, левую руку назад. Вот, вот, это уже... Бодро утро, Антон Камолов. Сегодня у нас в студии, и это программа «Бодро утро». А здесь расставляю руки по его указке «Я Шелест». Итак, это «Бодро утро». Наш пейджер. 7-9-5-32-0, кого-то, например. Вот Шелест все время подходит, говорит, да, да, рубль там до получки. О, как она, ой, ладно, потом расскажу, как она, значит, мне одолжил 200 как рублей. Однажды я ему как... отдала эти 200 рублей, он с меня еще через неделю их и требовал, чтобы я ему вернула 200 рублей. Не отдавал. Я просто плюнула, я отдала ему 400 рублей, в конце концов. Врет. 200 рублей. На что ты их потратил? Один раз она мне отдала, говорит, давай я тебе отдам. Говорит, да ладно, потом, давай потом. Она говорит, когда потом наступила, она говорит, а я тебе уже отдала. Не ври. Я тебе отдала 200 рублей. Ладно, ну, в общем, о деньгах. Что, будешь подарки показывать? Ну, я просто хотел показать, поблагодарить Диму. Дима, спасибо за открытку. Пришла очередная открытка в мой адрес. С днем рождения. С днем рождения. У меня был день рождения. Ура! Конечно, я стал старше. У тебя был день рождения? Да. Я же тебе ничего не подарила. Ой, спасибо, спасибо. Это что? Это да, этот маракас? Именно вот этого. Рыба, я рыба! Я отдала тебе 400 рублей. 400 рублей? Не отдавала 400. Я очень переживала по этому поводу, плакала в подушку. А я вот отдала 400, я не плакала, мне на следующий день еще 600 отдала. Я уверена, не вернутся. Ничего, когда-нибудь я у тебя займу 400 рублей. Да, и кстати, почему мы говорим о деньгах? Можно я быстренько сейчас? Повисла неловкая пауза, как всегда, когда Шелест собирается что-нибудь сказать, повисает неловкая пауза. Денюшки. И потом в школе на денюжки, знаете, что-нибудь покупали. Линеечки друг у друга покупали или еще что. Плохо быть таким свинтусом, Антон, скажи мне, пожалуйста. Привет. Да, жадность, скупость. Ты. Это «Бодро утро». Это «Бодрое утро» на MTV. С вами Антон Камолов и я, Шелест. Всем привет. Не забывайте об этом. Номер наш. А оказалось, что она сама как бы ошиблась. Она говорит, ой, это я там ошиблась. Ой, я такая дура, сказала. Да, что-то типа того. Не, а приметы... 20-е. А что сказал? 20-го года. Что 20-го? Ты сказал, сегодня 20 апреля. Я сказал, сегодня 20 апреля. Тогда, ну, ты... Приметы. Интонационно надо выделить. Приметы. Ну, давай, акцентируй внимание. Посиди, помолчи. На Акулину дождь, хороша будет калина, коли плоха яровина, мороз и солнце, курожай, хлебов и гречихи. Что про равину? Начинает высаживать груши. Что сегодня там пойдем высаживать груши. Что яровые? Господи, высадила груши, ты убиваешь свои. Ножели, шесть, вон груши высадила. Хватит. А кто написал «Капитал»? Капитал? Капитал, капитал, улыбнитесь. Я бы хотела вернуть деньги. А тогда надо было так. Мужчина! Мужчина деньги в шарфе. Свои заберите. Деньги забыли. Нам ваш... дома. Дома. Давай в магазин поиграем. Как об этом, когда ты кладешь, допустим, в джинсы, да, в карман 50 рублей. И думаешь, когда-нибудь доеду. Да, а потом тут тебе просто приспичило, деньги вот так нужно. И ты просто начинаешь перерывать все джинсы. Видишь, как и не находишь. Это самое удивительное. Ну не удивительно, что джинсов-то столько имеет. Конечно. Не найдешь. Ну извините. Будешь передать привет, Володь? Ейпс. И для тебя, кстати, тоже. Бодрое утро на MTV. Потом банзай. Потом банзай. Победил. Так о событиях, которые... Антон, однажды я нашел 500 рублей, но они были мокрые. Я принес их домой, но они случайно порвались. Я так разозлился. Алло, говори. Меня Юля зовут. Юля зовут. Что ж ты? Си? Да. Какая? Москва. Правильно, рассказывай историю. Звонят колокола. Все хорошо. Давай. Вот. Утро на MTV. С вами Антон Камолов и я Шелест. Что так переживаешь? Что случилось? У тебя что-то случилось? Если хочешь поговорить об этом, давай об этом поговорить. Расскажи, как это было. Расскажи всем. Мы с твоими друзьями, мы тебе поможем. Может быть, ты хочешь об этом поговорить? Поговорим об этом.
трогательная история из серии «Удивительное рядом». Танцует студент со своей девушкой на дискотеке, такой танцует, танцует, и вдруг он падает в обморок. Девушка испугалась. Господи, воды, воды, скорее воды принесите. Нет, и хлеба. Такая, долларов, Женя. Женя, фуфло. Когда мы были в Барселоне, мы сели перекусить на центральной площади, называется Плаза Каталуни, что-то Каталуни Плаза, не помню. То есть площадь имени Каталунии. Вот, сели, значит, там взяли там что-то в Макдональдсе, там, весело, вкусно. Вот, какие там гамбургеры, сидим, едим. С девушкой, значит, там остались в Барселоне. Вот, она так что-то... Нет, это просто, просто друзья. Расскажи, расскажи. Просто она, друзья. Просто друзья. Ну. Мы даже не танцевали вместе. Ну вот, и сидим, где-то сели, разложили, через 30 секунд. Антон, а ты не видел мой рюкзак? Я такой, нет. Нет, нет, нет. Она так, нету. Представляете, 30 секунд прошло, у нее рюкзак украли, там были документы, обратные билеты и деньги. Просто супер. Мы потом облазили, ну, она в основном, все помойки близлежащие, в полицию сходили, в полицию такие, знаешь, заходим испанские, там, муча грацис, такие, такие дядьки, мы такие, вот, нас ограбили, так, а вы откуда? Мы так, из России, так, водка с пивом, такие испанцы. Дураки, нет, чтобы помочь. Такая жуткая история про деньги. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Руслан. Руслан, откуда звонишь? Я из Москвы. Руслик, давай рассказывай про деньги. На классе Кондратьев в Боре. Конечно.